Я решила снова попытать удачу и собрать денежный пазл, в котором можно выиграть 2 миллиона рублей. Но чтобы наверняка взяла аж 3 штуки. Это новая цветная версия, и в отличие от желтой, ее не надо собирать 4 дня. Ура! Получиться у нас должен QR-код, который я отсканирую и узнаю выигрыш. Отделяем боковушки первого пазла. За 30 минут у меня уже готово больше половины. Последняя деталь, и можно сканировать. Прям как-то волнительно. И... Ладно, мы не отчаиваемся. У нас как-никак есть еще две попытки. Проводим те же самые махинации. Тратим час. И 3,5. Чего? Офигеть, если честно, я уже репетировала, как скажу, 20 рублей. Сок. Я аж вспотела. Осталась последняя попытка, может, нам попадется что-нибудь еще. Я уже чувствую себя профессионалом в сборке QR-кодов. Сюда. 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 И сюда. Как думаете, сколько нам попадется? 20 рублей! Второй пазл у нас уже и так нормально подогрел. Ссылочку на пазлы оставлю в закрепленном комментарии.